этой недели в самарских вузах стартовала зимняя сессия. Высшее образование на берегах Средней Волги получают не только граждане России. Среди студентов числятся и граждане Республики Казахстан. Большинство иностранных студентов, обучающихся, к примеру, в техническом вузе, именно оттуда. А это 334 человека, 280 из них обучаются очно. Многие студенты уехали отмечать Новый год домой. Мы оперативно, буквально 24 часа в сутки, 7 дней в неделю были с ними на связи. Как только у них появлялся интернет, мы вносили его в базу госуслуг для того, чтобы они беспрепятственно могли пересекать нашу российскую границу. На этой неделе в Самару приехали 75 человек, в основном из Уральска. Сейчас ожидают 10 студентов из Алматы. Каждый из них будет сдавать экзамены уже в индивидуальном порядке, чтобы ребята успели подготовиться, вуз продлил срок сессии для них. Артур Штайнер в Самару вернулся только вчера вечером. Переживал, что не смогу закрыть сессию, то есть думал, то, что будет трудно, но у нас, я подготовился немного, причем у нас преподаватели хорошие, они помогли мне. Амина Кабеева уже успела сдать 2 теста, готовится к последнему испытанию. Рассказывает, Россия и конкретно ее вуз сделали все возможное, чтобы проблем с пересечением границ не было. Родители начали переживать, так как отключили интернет, и даже дистанционно не было возможности сдать экзамены, поэтому в ближайшее время сразу же начали искать возможность проехать. Университет отреагировал быстро, то, что мы сразу же отправили свои документы, чтобы нас занесли в госуслуги, также написали, что нас обязательно ждут. На границе проблем особых не было, только досматривали очень тщательно. Никита Саетин на 3-м курсе говорит, единственное, что заставляло поволноваться, это отсутствие связи. Когда узнал то, что интернет кончился, скажем так, уже паника, неохота с долгами, хочется продолжать на стипендии оставаться. Вот. А так сессия нормально, готов, в целом уже 3 из 5 экзаменов сдал, все неплохо. В медицинском вузе свыше 100 студентов из Республики Казахстан. За пределы Российской Федерации на новогодние праздники выехали более 50 человек. В настоящий момент 40 из них успешно вернулись. Безусловно, готовность была. Мы ожидали, что если, допустим, границы будут закрыты, как это в свое время произошло в период первой и второй волны пандемии, мы были готовы к дистанционному формату обучения. У нас есть все возможности, ресурсы для этого, поэтому если бы даже студенты остались за пределами Российской Федерации, образовательный учебный процесс, он бы не остановился. В медицинском вузе зимние экзамены начнутся только на следующей неделе. Представители самарских вузов уверены, студенты пройдут итоговые испытания своевременно. Мария Ильевна, Никита Колосов, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.